Брат Пушкин. Я верну. Слушаю. С Новым годом тебя наступающим. Свет, ты представляешь, здесь новогодние путевки на Гавайи продают. Одну покупаешь, а другую... Дают бесплатно. Ты хочешь меня пригласить на Гавайи? Да, и на Гавайи тоже. Я больше тратить свою жизнь на тебя не собираюсь. Свет, ну ты же знаешь, жизнь она как зебра. Черная, белая, черная, белая. Черная. У кого-то, как у зебры. А у тебя... Как у осла. Одно и то же. Сырым сыром. Зачем? Зачем? Дима, все, хватит. Свет. Ты лузер, понимаешь? Лузер. И не звони. Прости, больше. Кто? Дяденька! Дяденька, не желаете прокатиться на ослике? Потом пожалеете. Возвращаю. Но ты понял?
Значит, я лузер. Объясни, Вась! Чё орать-то? Я список получил. В эфире «Маяк». Московское время 16 часов. Дорогие слушатели, мы начинаем концерт по заявкам. В программе «Виртуозы села». А что за список-то? Ой, извините, можно я ещё раз начну? Не волнуйся, попробуй сначала. Список детей. Чьих? Ну не моих же. Министров и депутатов Госдумы. И что? Что, не понимаешь, что ли? Сейчас перед Новым годом начнут ездить туда-сюда по нашей дороге. А вдруг выпьемши? Если сын министр пьяный за рулем, что, не задерживать? А если сбил кого на дороге? Как это сбил? Ну как, пьяный, на скорости сбил. Слушай, Павлик, ты же умный мужик. Чего ты мне такие вопросы задаешь на ночь глядя, а? Я, что ли, приказы такие придумываю? Время. Время такое настало. Понял? Я думал, новое время настало. Новое? Хорошо забытое старое. И что со списком-то? Список выучить наизусть, а потом съесть. Значит так, на будущий год ты станешь капитаном, я генералом. Как же так генералом-то, Вась? Ты ж капитан, станешь майором. Ты меня слышишь? Я буду генералом. Я тоже хочу быть генералом. Нет, Павлик, эта дорога двух генералов не прокормит. Не получается. Сыграй еще раз. Ездить не умеешь, дом сиди! Новый год на носу! Ты едешь на или нет? Ну давай, давай, езжай уже! Да подожди! Молодой человек! Ну что вы разгуделись, а? Не видите, девушка паркуется! Помогите, пожалуйста. Машина не заводится. Ты едешь или нет? Вот чайники повыладили. Да подожди! А что случилось? Что случилось? Да почему-то не заводится. Вроде новая. Вот видите. А, так вы ж не переставили. Скорость. Ну вот, теперь можешь заводить. О, завелась? Вы просто волшебник, мужчина. А вы спешите? А? Ну, в общем, нет. Тогда я вас подвезу. Пожалуйста. А то вдруг она опять заглохнет. А вокруг все такие нервные, куда-то бегут, торопятся. Ну, все-таки Новый год. А где вы собираетесь встречать? Я? Вы знаете, я еще не решил. А я за город собираюсь. У нас там дом, лес с живыми елками, полно снега и никого нет. А хотите, вместе поедем? Будете меня охранять? От кого охранять? Ну, чтобы не замерзла, глупенький. Девушка, а вы не знаете, что такое лузер? А вам зачем? А меня так жена назвала. Бывшая. Ну, лузер в переводе с английского неудачник. Можно я воспользуюсь? Да, пожалуйста.
Спасибо. Извините, я не хотел. Вот переход. Метро на той стороне. А мне в другую сторону. Простите. Не обижайтесь на меня. У меня сегодня ничего не получается. Чистый лузер. Говорила, что на ослике будет лучше. Странные вы взрослые. И ты была права. Возьми трубку. Возьму, это, наверное, Лиля. Алло. Да, говорите. Это я, Дима. Привет. Да, Димочка. Да, спасибо. Спасибо. И тебя с наступающим. Угу. У нас все нормально. Хорошо. И друг хорошо. А где вы встречаете Новый год? Где встречать собираемся? А ты знаешь, мы к маме моей собираемся ехать. Она да приболела что-то. Ты знаешь, что нас на пороге поймал. Угу. Давай, может, мы в следующий Новый год или на старый Новый год соберемся, да? Ну, конечно. Привет супругу. Ой, Светочке большой привет передавай. Целую тебя. Пока. Пока. Я же говорил. Лузер. А чего так жесток, Свет? Ничего-то у нас нет. Все, что было силком, отняли. Что осталось тайком, пропили. Нету Бога у нас раз, нету веры в слова два, нету силы начать заново, нету воли бежать за море. Всем целковый, а нам грош. Всем по ложке, а нам нож. Рассчитались, да вновь заняли. Спасибо. Разбежались, да вновь замерли. Благодарю. Никогда не порвут путь. Спасибо. Поведут, как солдат, в ряд. По дорожке не хоженой. Слушай, мужик, а? Что? Иди, а? Не мешай. Шел, иди, а то опоздаешь. А мне некуда идти. Слушай, друг, правда, у самого он шампанское не хватает.
Хочешь, на пиво возьми? Только иди. А, вы про это? Да нет, ну что, это ваши деньги, конечно. Прости, друг. По тропинке не то топтанной, по дорожке не хоженой, по тропинке не то топтанной. На меня не серчай. Московское Павлик, время 18 часов. Я понимаю, что всем хочется большего, чем они заслуживают. Вот и ты, видишь, генералом хочешь стать. Сказал, что наболел. А не понимаешь того, что у генералов свои дети есть. А у тех хватит. Свои будут. Можно я еще Давай. Раз сыграю? Не волнуйся. За что боролись, на то и напоролись, так что ли? Где же справедливость-то? Какая справедливость, Паша? Это жизнь. Вот смотри, ты Новый год, небось, с женой хочешь встретить, да? А что мне может помешать? Жизнь? Она непредсказуема, полна сюрпризов. У меня дежурство заканчивается ровно в 22:00. Я точно успеваю к Новому году и к новогоднему столу. Вот, я тоже так. Думал, а не получится. Ко? Одноклассница моя позвонила. Муж у нее ушел. Ну, ушел. Как ушел, так и придет. Зимой-то мужики надолго не уходят, холодно. Вот и я и говорю. Радоваться, говорю, надо. Целые сутки не будет, прикинь. Ты, сутки, ерунда какая, подумаешь. Не понял ты, Павлик, не понял. Одноклассница это. Любовь моя с первого класса. Мечта, так сказать, нереализованная. Ну и что? Чего, не понимаешь? Я говорю, мужа сутки не будет. Одна она совсем, одна, понимаешь? Одноклассница меня пригласила Новый год встретить. А как же я-то? Ты же меня сменить-то должен. Правильно. Ну? Должен. Но ты задержишься. Не-не-не-не-не, не пойдет. Ты и генералом хочешь стать, и одноклассницу реализовать. Меня дома жена ждет. А меня что, по-твоему? Серый волк под кустами, что ли, ждет? Или к бабушке за пирожками? Знаешь, какие она мне условия поставила? Она говорит, либо Новый год, либо никогда. Понял? Ой, здравствуйте, извините, пожалуйста. С Новым годом вас. Автограф можно? Спасибо вам огромное. И вас тоже. С наступающим. Счастья вам и любви. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Я вам так благодарна. Пока. Я ушел. Счастливо. Пока. На память Янковский. Всем счастья! Спасибо! С Новым годом! С Новым годом! Счастья вам! С Новым годом! Сейчас, одну секундочку, сейчас. Ну, куда же вы? Ну, где?
Ой, извините, я подниму. Что такое? Извините, я не хотел. На счастье. Спасибо. Как все странно. Пойдем. О! Девушки, за вас! За вас! За вас! И вы туда же. Ну, девчонки, сейчас у них начнется. Вот Дима. С Новым годом! А ну-ка, а ну встань. Встань, встань, встань. Алла. Станция «Маяк». В Москве 22 часа. Так как же я успею-то, когда ты с одноклассницей будешь встречать Новый год? А он у нас 12 часов. Как же я успею-то? Ну, правильно. Молодец. 12:00. Так это в Москве. А мы с тобой на Валдае. Чуешь? Что, время, что ли, перевели? Нет пока. Но могут. Могут. Наши депутаты все могут. Страна такая. А сосед мне рассказывал. Париж, говорит. Новый год встречают ровно в 2 часа ночи. Гадом будут. И никто не пьет до 2 часов. Ладно, ладно, не заливай. Я тебе серьезно говорю, отвечаю. В 2 часа ночи под куранты и Эйфелевой башни своей все начинают отмечать. Ну, ну что ты? Обиделся? В 2 часа ночи я тебя сменю. И встретишь ты Новый год по-французски, как интеллигентный человек. А если жена твоя позвонит? Павлик, что тебе плохого сделала? Сегодня все у нас возможно. Надеюсь, всем известна цель. На кон поставлен внедорожник, причем последняя модель. Кто тачку выиграет сходу, еще и будет награжден. Ему на мелкие расходы наш центр подарит 1 000 000. Я? Вы видели? Девочка мне подбегнула, а? А вы почему не играете? Не люблю. Да? А хотите мою фишку? Я вам отдам. Идите. Прошу вас, господа. Прошу, делайте ставки. А, прошу на вас, 22. Господа. Сделайте ваши поставьте ставки. Поставьте на 22. Ну, не толкайтесь. Ну, не толкайтесь. Ну, ладно, пусть на 17 стоит. Ставки сделаны, ставок больше нет. Thank you.
17. Что? Сколько? 17. Поздравляю вас. 17? Так это же я. Это мое. А? Ты. Поздравляю вас. Это... А я лузер. Это... Так это же я. Это я поставил 17. Яша, не подсматривай. Поздравляю вас! И снова 17! Какая удача! Игрок вместе с внедорожником получает призовой миллион! Я миллионер! Сейчас вы я миллионер! Но хоть раз в жизни! Сейчас вы должно же было повезти! С наступающим тебя! Иди однажды, кто это? Ну, только, представляешь, только отыскал твой телефон. Мама, ты! Куда ты пропал, чудик? Мама, это ты! А? Мама! Узнал все-таки, а? Скотина ты редкостная. Слушай, куда исчез-то? На свадьбу не пригласил. Дочь родилась тоже. От кого шифруешься, буржуй? А я срок отбывал! И вот был! Димка, ты что, сидел? Извини, я не знал. Хуже, мама, хуже! Я был женат! С чувством юмора у тебя всегда все было в порядке. Теперь все! Теперь я один, свободный, совсем один! Приезжай сюда, к нам в Питер! Мы тебе здесь всегда рады, тут все наши! Да как же я приеду, на чем? Дима, на самолете, на чем еще? Дуй быстрее в аэропорт! Тут всего час лету, и ты уже в Пулково! Как раз успеешь на Новый год, а? Я знаю, на чем я приеду! Ты что, стал миллионером? Я миллионер! Я миллионер! Спасибо, Кристалл! Давай, ждем! Вот тут ты прав! Ты знаешь, как они это называют? Инстинкт! Во! Что? Ну как что? Инстинкт! Примитивное желание размножаться. А почему примитивное? Как почему? Мы же как обезьяны все, как приматы. А у женщин особенно выражено. Еще Дарвин об этом писал. Не читал. И я не читал. Откуда знаешь? Сосед рассказал. Что же, и моя, что ли, жена примат? Нет. Твоя нет. Твоя ооо. Твоя... Ну, приматы такими не бывают. Ну, скажешь. А все остальные одинаковые. Вася, Вася. А что, как муж-то твоей одноклассницы вернется? Да хорошо. Чего ж хорошего-то? Адреналин. Знаешь, как у них это называется? Экстрим. У приматов? Не, в Монте-Карло. Сосед рассказывал. Ну, Павлик, давай. Нет, моя не такая. Твоя не такая. Твоя... Остальные, да? Инспектор ДПС Фролов. С наступающим тебя Новым годом! О, смотри, Долина! Серьезно? Не волнуйся, все успею. Лариса! Привет!
ты его знаешь? Привет, привет. Кто это такой? Не знаю. Как не знаешь? Ну, Маша, не знаю, что ему? Зачем? Ну, первый раз вижу. Хорошо, а? А ты откуда ее знаешь? Моя подружка. Ну, тогда не смей задерживать. Счастливого пути. Неожиданно. Это тебе приз. Вот, спасибо, шампанское. Спасибо. Лори! Это вообще? Он назвал тебя Лориком? Не знаю. С Новым это годом! Не... Поехали, Дим. С наступающим, дедушка! Ко-ко. Спасибо. Странно, Новый год начинается. Подарки дарят Деду Морозу. Ну, тогда тебе от меня тоже подарок. Держи, Мерседес. Он твой. Да ты сначала ермольник спроси. Чего? Ничего, ничего. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо, внучка. Слушай. Крокодиль твой, Вася. Я тебе как подруге говорю. Я же в магазине работаю. А у нас, сама знаешь, все на слуху. Таскается твой Вася к своей однокласснице еще со школьных лет. О, а ты сидишь как дура. Жена. Давно бы этому кобелю рога наставила. Ой, Дуся, да какой из него кобель. Пузо до колен водку жрет, как воду. Да и боюсь я пойти вот это, на сторону, к чужому мужику. А что я мужу скажу? Ну вот как, в глаза посмотрю. Да нет, нет, не пойду я никуда. Любовь, не любовь, а муж все-таки. Ну? Как? Да. Хорошая штука. На службу уходишь, под кровать кладешь, потом все про себя услышишь. Убью! Вась, да ты что? Она ведь твоя жена. Она ведь никуда не пошла. Ага. Это сейчас не пошла. Но может пойти. Может! Я же хожу. А эту Дуську, продавщицу тварь, я посажу. За связь с организованной преступностью. Ой, я сейчас. Ой. Может пойти. Чудовище дома? Можно Алло. Войти? Алло, это кто? Это ты, Паша? Алло, это я. Не ожидала? Как ты не ожидала? Я жду тебя. Стол накрыла, все приготовила. Жду, не дождусь. А чего голос такой? Чего запыхалась? Бегаю, готовлю. А ты где? Даже ты бросишь. Я на службе. Могу задержаться. Паш, не задерживайся. Служба? Нет, моя не такая. Подарок тебе на Новый год. Тебе, тебе. Он тебе нужнее, Вася. Тебе жену надо слушать. Нет. Я свою уж наслушался. Теперь ты свою услушай. Может, что и услышишь. Это я.
Ты представляешь, я выиграл машину. Но я очень рада за тебя. И в придачу еще и миллион, а? Только да, не пей больше, ладно? А еще лучше вызови скорую помощь. Дети, серьезно? Да. Света! Что он сказал? Он говорит, что выиграл джип и миллион. Ну, никто нас не любит. Ну и ладно. В лесу дремучим. А с платформы говорят, это город Ленинград! Петербург! Петергоф! Петроград! Там вокруг такая тишина. Опять ты. Ты чё? Чё это? Я. Тебе. Шампанское ты ж хотел. Новый год же. Чего ты грустишь? Сыграй чуть весело. Жил-был. Знаешь, другое дело. Не был мил, бил. На все забил, бил. Бил, бил. И курил, бил. Матом крыл, бил. Гадом был. С Новым годом! Редко я кобыла не любила. Только Билу было мало, у него стояло как шпала. Лишь одна его поставила, нарушила правила. Свалила, не влекила, била, шансов не оставила. Жил, бил. Кил, бил. Командир! Инспектор ДПС, старший лейтенант Добудько. Ваши документы. Ну, какие документы, лейтенант? Старший лейтенант. Извините. Товарищ старший лейтенант. Я вам не товарищ. Ну, хорошо, хорошо. Друг. И не друг. Ну, хорошо, брат. Но самый близкий и дорогой человек. Племянник, аль сынок. Так, что ли? Какой близкий? Есть такая теория в мире, что все люди – братья. У меня один близкий и родной человек – это моя жена. А у нее близкий родной человек – муж – это я, ваши документы. Пожалуйста. А воздух-то у вас здесь какой, а? А что это? А? Что это? Это документы на машину. Я ее выиграл. И миллион придачу. Ага. На карманные расходы. Да. Ага. Долларами или в евриках? В рублях. Ну, хоть в рублях, слава богу. А что случилось-то? А номера где? А? Какие номера, командир? Ну, Новый год же, ну никто ж не работает. А я работаю. Так что будем разбираться. Не каждый день у нас с бантами-то ездить.
Алло, Вася, это я. Слышь, Паш, ты что звонишь? Тебе что, делать нечего, что ли? Это тебе делать нечего, а я по службе звоню. Служба. Алло, ты меня слышишь? Вася, Вася. Я сказал звонить в крайних случаях. Я и звоню. Случай тот самый крайний, Вася. Что ж ты не сказал-то, что у тебя в машине печка не работает, я весь замерз. А я тебя предупреждал, что на улице холодно. Я не на улице замерз, я в машине замерз. Паш, я ж тебе бутылку отдал для сугрева. Всю. Да нет, не все. Стой! Алло, алло, Вась! Клиент попался! Без номеров! Из списка? Не знаю. Так спроси. Ты права смотрел? Нет. У тебя что с головой, а? Забирай права и сверяй со списком. А если его в списке нету? Паш, я занят. Все. Ну что, командир, все в порядке? Я могу ехать? Я не командир. Ваши права. А? Ну, пожалуйста. Угу. Тоже выиграл. Командир. Сейчас проверим. Что? Расскажи, сколько. А? Что ты сказал? Что я сказал? Я сказал, сколько времени. А-а-а. Время? Так у нас вся ночь впереди. Как? Была закуска и нет. Алло! Алло, алло! Валдай! 652-й! Да? Проверьте машину на розыск. Черный Volkswagen с бантом. С каким еще бантом? Розовым. Черная вся светится. Что, уже на журналистом с Василием? Белочка пришла? Да нет, еще ни в одном. Вы проверьте. Ладно, блин, сейчас попробую. Вы уж поторопитесь, Новый год скоро. Да. Отбой. Командир, холодно, пусти погреться, а? Замерз. Ой. Слышь, командир, а у тебя здесь тоже не Эмираты. Ты что, в Дед Мороз готовишься? Уже согрелся? Отдыхай. Понял. Не мешай. Не дурак. Ост Валдай, старший лейтенант Добудько. Ну что? Не доставай нас. Слушай, если пойдем есть ко мне. Сомнения, молчи. У меня там не печка, а сауна. Есть. Все, отбой. Слушай, командир, ну может быть, формальности. Меня ждут. Договоримся. Не пишет, зараза. Ну вот, видишь, даже ручка не пишет. Пошли к тебе. Ты что, пил? Я? Ты? Да нет, я ж за рулем. Ты что? А почему у тебя стекло вроде потеет? А у меня нет. А? Жарко. Вот оно и потеет. Мне тоже жарко, а у меня, однако, не потеет. Вы закалены, а я нет. А ну-ка, дыхни. Дыхни, дыхни, дыхни. Ну, пил, пил. Вот. И пьяный сел за руль. А пьяный за рулем убийца. Конфискация и машины, и документов. Как? Командир. Повторяю, я вам не командир. Вася, возьми трубку. Thank you.
какие-то дела. Ну что у тебя еще? Вася, извини, что отвлекаю, но он не из списка. Я говорю, Паш, на машину документы в порядке? Похоже, в порядке. Ну отпусти его, Паш. Пусть едет. Но он же выпивший. И хрен с ним, Паша. Ты отстань от меня, ладно? Муж скоро вернется. Mm-hmm. Не беспокой, а? Ну отпусти, так отпустить. Нам приказали, мы захотели. Дима! Алло, 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 Дима, ты где алло. Застрял? Мама, ты меня гаишник остановил. Кто? Гаишник? Да. Ну ты да... Ну не знаю, дай ему гаишник. Денег. Я ему предлагал. Не берет. Не берет? Как не берет? Значит, это не гаишник. Гаишник должен брать, о, конечно. Давайте. Дима, давайте. Надо Дим? Брать на жалость. Давайте. Разжалоби давайте его. Гаишников, расскажи, что ты... Едешь к бабе. О! Едешь к бабе. Она одна и тебя ждет. Ну, он же мужик, он должен тебя понять. Угу. Вот. Дим, ты сейчас где? Скажи, что она трех детей во время блокады потеряла. Валдай. Скажи, что это твоя баба, она так, из Валдая. Валдовчан. Да. Она тебя давно ждет. Она одинокая. Нет, у нее муж уехал. И ей одной Новый год встречать. Тебе ее жалко. Умирает от тоски. А у вас любовь. Любовь. Вы друг друга любите. Давно, с первого класса. Ну хорошо, попробую. Давай, ждем. Ну, везунчик. Вдруг и правда. Новый год все спишет. Поверит. Ладно. Далеко собрался? Ехать в таком состоянии? В таком состоянии. Выпил там чуть-чуть шампанского. Чуть. Так, для храбрости. Для какой храбрости? Че ты придумываешь? Баба у меня здесь живет. А, это другое дело. Одноклассница? Да, да. Откуда знаете? Ну, работа такая. Милиция должна всего знать. Ну, вот именно поэтому я люблю нашу милицию. А то там такая ситуация щекотливая. А в чем щекотливость-то этой ситуации? Замужем она. А муж уехал, да? Во! Это понятно. Да. Понятно. Экстрим, да? Да-да-да. Понимаю. Ну вот я подумал, если муж уехал, и она одна, то я же могу... Ну да. Ну да, да. Вот теперь верю, правду говоришь. Бабы-то они все такие. Бабы-то они одного хотят, а потом другого. Инстинкт! Что? Страсть к размножению. И где же твоя одноклассница живет? Нет, ну, на Валдай. А чё ж ты в Питер-то попёрся-то? Мимо Валдая. Вон поворот на Валдай. Проскочил. Проскочил. А улица-то какая? Улица? На Валдай. Ленина. Ленина? Владимир Ильича. Ленина длинная улица. Номер-то какой дома? Дома? Дом 17. Деревянный. А какой же еще? Город. Валдай. Валдай. Ленина 17 деревянный? Ленина 17 деревянный. Да. Так, а что? Дай-ка я тебя сам довезу. Ну. Ну что ты будешь возиться? Ну зачем тебе это? Ну давай я сам. А вдруг тебя кто остановит? Или, избави бог, муж припрется? Да ладно, муж припрется. Ну припрется адреналин. Ничего, пусть припрется. У вас же есть других развлечений-то, нет? Не Монте-Карло поди. А вот у меня такая машина не догонит. Я догоню. Как зовут одноклассницу? Да какая разница? Как зовут? Ее как зовут? Надежда ее зовут. Точно? Да. Надежда? Надежда. Я всех Надежд по Ленина знаю. Надежда. А кто тебе сказал Надежда? Вера ее зовут. Вера? Вера. А вы что, ее знаете? Вот сейчас и узнаю. Поехали. Я вообще, командир, не лезьте в чужую жизнь. Ну. Что ж ты делаешь-то, а? Чужую?
Это моя жизнь и жена моя, Вера. На улице Ленина, дом 17. Изменяла, говоришь? Но может, 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 может. Изменяла? Изменяла? Но может, 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 может. В любой момент может, в любой момент может, в любой момент. Изменить, 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 изменить. Не повезло тебе. Я живу на улице Ленина, дом 17, со своей женой, Верой. Ну, это совпадение. Ах, совпадение? Вот сейчас приедем и узнаем про совпадение-то. Если подтвердится, убью. Кого? Обоих. Понимаете, я... Это ты не понимаешь, Вера. Вот приедем, поймешь. Господи, ну почему же именно я должен попасть в эту чудовищную ситуацию? Слушайте, а куда мы несемся с такой дикой скоростью? Уже забыл. На улицу Ленина, дом 17, деревянный. Может, не надо, капитан, а? Опять забыл. Старлей я. Ну вот почему вы мне не верите? Ну почему вы мне не верите, что это чистой воды совпадение? И вам потом будет очень стыдно. Очень стыдно. И потом вы пожилой человек, негоже. Да что, что ж ты делаешь? Кто? Кто пожилой? Я пожилой? Не-не-не-не-не-не-не. Я не то хотел сказать. Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, вы такой поживший, пожилой, в смысле, поживший. Почему вы мне не хотите поверить, что это нелепая случайность, совпадение? Почему не хочу? Очень хочу. И что? Но, как сказал мой друг Василий, все бабы... Ну, ладно. Кот из дома, мышь в пляс. Я-то думал, моя не такая. Не, ваша точно не такая. Такая. Такая, как вот все. Поехали. Ты женат? Был. Теперь нет. Значит, ты умнее меня. Я-то хотел еще ей соответствовать. Даже книжки начал читать. До Льва Толстого докатился. Мудёр был. Мудёр борода. У него мысль одна была, умная такая. Мудрость приходит вместе с импотенцией. Когда же она придет, эта мудрость-то? Во-во. Меня вот из-за этой мудрости жена и выгнала. Я 3 года на атомной подводной лодке служил. А там сам знаешь как. Мудрость пришла, жена и ушла. А чего ж ты к моей жене тогда едешь? Так, да не к твоей, но ляпнул я с дуру. Ну а вы поверили. Ну, что ж я, самоубийца, что ли, к вашей жене?
Слышь, брат, ну отпустил бы ты меня, а? Ну, зачем тебе травмировать твою очаровательную жену? Она же у тебя такая... Откуда ты знаешь, что она очаровательная? А у меня воображение богатое, понимаешь? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, и какого цвета у нее волосы? Ну, они такие беленькие, вьющиеся местами. Угадал, переходим к другим частям тела, скажи-ка. Нет, такой дурак, как вам кажется. Сейчас еще возьму и угадаю, что у нее большой размер груди. И что тогда? Точно, это конец. Что ж ты делаешь-то? Выходи. Ты ее любовник. Отвечай. Ну тебе сейчас что не скажи, ты все равно не поверишь. Ну хорошо, скажу, что не я ее любовник. Дальше так что? Кто? Мало ли кто. Ну что, у вас на Валдае мужики перевелись? Я спросил, кто? Ну, может быть... Твой друг? Василий? Вот! Василий! Василий мой друг! А что, друг не может быть любовником? Он что знает, значит, знает? Он меня и послал сюда на дежурство. Вот. Значит, он уверен, что ты его не заподозришь. Да он рассказал. Куда он? К кому он? На улицу Ленина. 17. Приматы, понимаешь? Как обезьяны. А у женщин это особенно выражено. Особенно. Приматы мы. Обезьяны. Вот почему он не хотел, чтобы я стал генералом. Бывший друг, здесь будешь свидетелем. Остановишь меня. Боюсь, пристрелю гада. Но он за мной. Давай. Пригнись. Со мной. Только тихо. Дорогая, я жажду обладать тобой. Пожалуйста, приди ко мне. Мне так нравится ласкать. Тихо, пристрелю. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Дорогая, как же мне хорошо с тобой. И я становлюсь взбешенным, представляя тебя в объятиях
Приготовилась. Этого твоего, этого чудовища мужа. Иди же ко мне. Тихо. Пусть право обладать тобой теперь будет только у меня. Слышь, я так хочу. Да прыгались, голубчики. Я весь сгорю. А может, не надо? За мной! Ты мой праздник любви. Ну иди же ко мне. Открой мне ворота в этот сказочный мир. Слышишь? В этот храм любви. Он там. Откройся мне. Воркуют. Я пиздить хочу. Быть с тобой. Дома. Твои волосы, твои надо волосы. Ходить в туалет. Прожай. Я очень хочу. Мы наставим ему рога. Там. Бросим все. Спасибо. Ты бросишь чудовище мужа. Стой. Я с тобой. Пока у них перерыв. Прямо навстречу солнцу. И будем счастливы. За мной! Будем жить, тоже захотели? Еще слово пристрелю. Много-много маленьких, боленьких детишек. Я так счастлив с тобой. Я хочу иметь с тобой силу. Прямо. Я хочу только тихо. Там же окно. Уйдет, гад. Парней так много. Что случилось? Заканчивай давай. Ты хоть отвернись. Не барышничай. Какой ты неласковый. Потерпи, сейчас приласкаю. Хорошо. Кончай давай. Если бы ты знал, как мне сейчас хорошо. А чего руки дрожат? У меня от тебя все дрожит. Ой. Вера. Дорогая моя. Ой. Стоять! За мной! За мной! Что случилось, Пашенька? Ты же должен быть на службе, Пашенька! Должен! Не ждала меня? Дорогая, ну не ждала, почему? Ну, боже! Где он? Я спрашиваю, где он? Кто? Кого ищешь, Паша? Муж. Кого? Кого? Сама знаешь кого! С кем разговаривала? Ты что, Паша? Это же телевизор. Телевизор? Я найду этот телевизор. Я расклащу морду этому телевизору. Для кого стол накрыла? Для тебя ты же обещал прийти пораньше. А может, не для меня? Никого больше в доме нет. Нет, ну как, вот этот приятный мужчина, которого ты привел. Приятный? Ну, а тебе он разве не нравится? Он высокий, у него симпатичное лицо. Ты находишь это лицо симпатичным? Мужественным. Ладно. Я не буду вам мешать. Вася, любовник, это все хотел свалить на Васю? Я видел, как она на тебя смотрела. Да. Мужественное лицо, ты ее любовник, а заставил подозревать моего лучшего друга. Стрекоза, только понюшей. Предположил. Да ты заметал следы, а она делает вид, что тебя совсем не знает. Но у нее это не пройдет. Вон она, убежала в спальню. Я застал ее врасплох. Я понимаю, ей нужно собраться с мыслями, обдумать план действий. Но я не дам вам такой возможности. Верочка... Иди сюда, Верочка. Иди сюда. Что ты кричишь, Павлик? Скажи, тебе совершенно безразлично, что я пришел в дом с посторонним человеком? Нет, мне это далеко не безразлично. Далеко не безразлично, очень хорошо. А скажи, тебе не интересно, кто этот человек, что он здесь делает? Интересно, Паш, зачем ты пришел в дом с посторонним мужчиной? Угу. А ты не догадываешься? Ты знаешь, Пашечка, я стараюсь гнать от себя эту мысль. Но, зная тебя, мне кажется, это просто странное совпадение, случайное недоразумение. А случайных недоразумений, совпадений не бывает. Что ты так нервничаешь? Я не нервничаю, я совершенно спокоен. Тебе этот тип никого не напоминает? Что ты имеешь в виду? Ну, только честно скажи, ты его нигде никогда не встречала?
Павлик, я понимаю, что я случайно вышла из спальни и стала причиной твоего раздражения, но я тебе обещаю, что я никому ничего не скажу. Даже своей маме, хотя она не будет в восторге. А вот маме ты расскажи все. Все как есть расскажи маме. Ты этого хочешь? Да. Хорошо, тогда я сейчас же отправлюсь к маме и посоветуюсь с ней, как мне жить дальше. А ой, это легче всего уйти к маме. Тогда не нужно будет отвечать на мои вопросы и смотреть мне в глаза. Я никогда не думала, что ты сможешь со мной так обращаться. А говорил, что любишь меня. Ты тоже говорил, что любишь меня, а сама любишь другого. Это ты любишь другого. Отпусти мою руку. Извини, погорячился. Но мне с тобой нужно серьезно поговорить. Очень серьезно. Извини, дорогой, но я сейчас не могу говорить с тобой. Тем более на такие темы. Ты сделал мне больно. Я тебе сделал больно? Я ей сделал больно. А может, это ты мне сделала больно? Я? Ты смеешься? Я смеюсь! Я не хочу, чтобы надо мной весь Валдай смеялся! Извини, но ты сам себя так повел. Я? Да. Себя повел? Как я себя повел? Ты накрываешь стол на двоих. Ты спятил. И заметь, когда я на службе, ты разжигаешь камин, да? Надеваешь прозрачный пеньюар. И встречаешь ночью этого типа. Молчать! Тебе никто слова не давал. Паш, опусти пистолет. Ты же сам его привел в наш дом. А не привел бы я его, он бы сам пришел. Я его расколол, он мне все рассказал. И про город, и про улицу, и про грусть. Имя твое знаю. Молчать! Тихо. Ты спятил, Паша. Опусти пистолет. Тебе его жалко? А хочешь, я его сейчас застрелю? Вообще я не хочу, чтобы ты кого-то убивал, Пашенька. Откуда он все знает? Да что знает-то? Что? Все про нас знает. Извини, Павел, но ты лгать не умеешь. Лгать? Да, ты тихонечко, ночью, приходишь в дом, приводишь с собой мужчину, ведешь его в ванну тайком. Да. Только я не это. Привел? Но я... не я же! Но не... И не я! Куда? Стоять! Стой, Павел, Павлуша, остановись! Не делай этого! Павел! Стоять! Предупредительный! От меня не уйдешь! Прекратите! Я тебя... Прекратите, что вы творите? Если вам меня не стыдно, постесняйтесь от соседей! Убери руку, как Паша, на тебя хочешь. Весь Валдай смотрит! Паша! Паша! Убери пусти руку. Его! Ой! Что откуда? Ж ты делаешь? Откуда ты знаешь что этого ты? Типа? Не трогай женщину! Пусти! Я сейчас милицию вызову! Я сам себе милицию! Где же люди? Говори! Правду говори, я убью его! Ты хочешь убить его, чтобы скрыть свой позор? Правду говори! Телефон! Что скажет моя мама? Да! Павлик, приезжай! Старший лейтенант Доводько! Лежать! Грабят собаки! Да! Все, что надо, говори быстрее, я на задержании! Павлик, ты меня слышишь? Приезжай, никого нет, всем звонила! Это Новый год, гадский! Нет никого, Павлик! Павличичек! Сейчас давай, скоро буду! Да! А ну, поливальнички! Быстро! В дом, я сказал! Оборотень в погонах! Пойдем вверх. Шерешек! Заходим! Левое плечо вперед направо! Ложись! Отставить! Садись! Сидеть! Не двигаться! Что это такое? А ты думал, я вас что просто так оставлю? Чтобы мысли не было сбежать! Паш. Я свою уж наслушался. Теперь ты свою послушай. Послушай свою. Ну, посидите. Подождите, служба у меня. Я скоро вернусь. И продолжим наш разговор. Не жмет?
от греха подальше. Вот сейчас он вернется и убьет нас обоих. Покрасился месяц багрянцем, где волны. Мужчина не отпускал. Поедем, красотка, кататься, но я тебя ожидал. Да. Какого парня Голливуд потерял, а? Господи, аж сопляпаться-то. Я пить хочу. Дайте мне воды. Сейчас. Ты здесь такое устроила, я его сейчас здесь поить должна. Ну, не будь такой жестокой. Нет у меня воды. Что, я тебе должен от засухи умирать? Нет, я сейчас могу налить тебе стакан водки, если ты мне честно скажешь, что у вас с моим мужем? Я скажу честно. Ничего! Я еду с тобою охотно. Во, нажрался на игрока. Ну, бентяра, дай там. Дай паруса полную волю. Хорошая водка. Конфискант? Мой Павлик честный человек. Мой Павлик чужого не берет. Да, не берет. Я смотрю, кормит вас дорога. Как в сырину разбойников. Каких разбойников? Работников ножей топора и ползаной палочки. Не хочешь, не пей, он еще мужем его обсуждать будет. А можно еще сок, а? Может, тебе еще лимончик порезать долечками? Нет. Мне и так кисло. Да, Верочка, кто сказал, что Шекспир сегодня не актуален? Откуда ты мое имя знаешь? Я тебя в первый раз вижу. Давайте познакомимся. Меня зовут Дима. А что вы, раньше здесь не бывали? С вами. Почему со мной? С моим мужем. Я его первый раз вижу. Вся Россия до сих пор утыкана этими предрассудками прошлого. Там улица Ленина, тупик коммунизма, советская. Ты что назвал первого попавшегося? Что ж, мой Павлик, что... Трудно ему было поверить, что он такой тупок, трудно, что он там... Трудно. Я сделал так, что он не поверил. Слушай, это какое-то рабовладельческое иго. Когда ваш муж меня убьет, похороните меня на Ваганьковском, рядом с Есениным. Я ведь тоже за любовь страдаю. И напишите, что под этим камнем лежит самый большой неудачник в мире. И крупно. Лузер. Ой, слава богу, Пашенька. А я ж думала, все думала. Нет мужиков у нас, а еще остались, Пашенька. Грабители, Пашенька, никого не боятся. Ни меня, ни милиции, ни черта. Уже даже в праздники грабят. Свят, господи. Будем брать. Бери, Паша, бери, все. Ложись! Уже лежу. Паша, их там цельная банда! Ой. Давай ломом. Ломом. Убили! Заткнись! Паша! Сюда. Заходи с тылу! Вот теперь пойдет. Ну что там? Вот так. Руки вверх! Ой! Кто это? Павлик! Мальчики! Это ж мои грузчики! С Новым годом! Выпей с нами! Что там делаете? Алло. Ты эту Дуську, дуру, не видел? Она нас на замок закрыла, а сама домой ушла праздновать. Ванька, тёк, боже, как же это я? А мы вроде как и не люди. Понимаешь, привидения. Как это, как они там оказались? Я думала, они ушли. А я что-то учёл так рано. Дура, закрыла нас на замок, ушли. А мы тут замерзли. Вот единственный сугреб. Во. Баламутка! С кем не бывает? Давай открываем, выпускай людей. Он просто ходит в соседней деревне под 1 мая. Вообще трое утонули. Проглядела. И ничего. Ты вот что, Дуся, ты что совращаешь жену Василия?
А? Да. Чего на измену настраиваешь? Кого я совращаю? Кому она нужна? Она сама готовая. Ты это дело брось. Это ты? Ты мою настроишь? Нет, Павлик, твоя другая. Она не такая. Она тебя любит. Павлик, я точно знаю. Такая. Она мне сама рассказывала. Я тоже считал. А за стекло бугаи и зарплаты любит. С Новым годом, Павлик! Мой Павлик меня любит. И я его очень люблю. Видишь, это я ему подарила. На нашу годовщину. Классно. Хочешь попробуем? Давай. Вкусно? Да, он любит тебя, как любит Отелло Дездемону. Помнишь, Рози делал Отелло со своей возлюбленной? Отравил? О, нет, хуже. Он ее задушил медленно и печально. Давай еще выпьем. Давай. Скажи, а ты в Питер больше не собираешься? А куда ехать? Посмотри на часы. Я все равно никуда не успеваю. Скоро Новый год. Так что будь счастлива. Спасибо. Старичок, ты чё? Старичок? Ты чё, ты где? Да, кстати, Вера, вы тоже очень красивая женщина. Ты ещё начни ко мне приставать. А что? Мне уже терять нечего. Кроме вот этих цепей. Слушай, а как бы вы... В туалет. Ты что, с ума сошел? Ты раньше сказать не мог, когда муж дома был? Не, я уже с Пашей ходил. Вон, чем кончился. Терпи. Я не могу терпеть. Я хочу. А как ты себе представляешь? Я что, вместо с тобой, что ли, пойду? Ну, что здесь такого? Уж ему маленький, что ли? Да ты с ума сошел. Ты представляешь, что будет, если Пашка об этом узнает? Ну, хочешь я здесь? Откуда ты взялся на нашу голову? Из Москвы, Верочка. Из сердца нашей Родины. Давай. Ой. Ой, тихо, тихо, тихо. Ты как-нибудь, ну как? Как-нибудь бочком встань, вот, и чуть-чуть, да, приподними. Ну, мне так неудобно. Так, я не достаю, я... Давай, Ласочка, да. Ну, ой, мне больно, назад, мне больно. Потерпи. Сейчас, точно получится, ну. Видишь, у меня мой муж в этой позе, он бы с ума сошел. Вот еще, точно получится, ну. Долго я еще буду стоять? Сейчас, еще немного. Ну, еще минутку, Оп, сейчас. Ой, не могу больше. Все. Ну? Ну, как же человеку мало для счастья надо. Слушай, а если еще и мне теперь захочется?
Не думай об этом. Он нас убьет. Но думай о хорошем. Пойдем выпьем. Может, пронесет. О, Паша приехал. Хорошо, что мы успели. Давай выпьем. Правда? Паша. Ну что, голубки, а? Угу. Как время-то провели? Обо всем договорились? Неплохо устроились. Какой ты хороший человек, Паш. И выпили, и закусили. Мы тебя ждали, Паш. Выпить хочешь, мы тебя оставили. Вот заткнули, чтобы не выдыхался. А я на посту не пью. Паш, я тебя прошу, давай прекрати эту комедию. Он рассказал мне душераздирающую историю, как вы встретились на посту, но... Но он утаил главное. Я не понял. Давай прекратим эту ложь. Не-не-не-не-не-не, Паша! Я рассказал всю правду. Я современная, таралентная женщина. Какая? Таралентная. Но ты, Паша, оказался продвинутей меня. Я вообще даже представить себе не могла, что ты способен на такие неадекватные поступки. Таралентная — это куда как? Терпимая к измене. Паш, скажи мне честно, зачем ты привел его в наш дом? Я его привел. Не надо повторять глупости. Молчи, пристрелю я тебя. Убей его, Паш, и мы забудем, что он был. Как? Вера, милая. Милая? Нет, Паш, это он себя выгораживает. Какая подлость. Обмануть меня хотели. Обмануть-то вам меня не удастся. Вы не забыли, что я в милиции работаю? Забыли? Сяська-маська-маська-сяська-ся-ся-ся. Честно жить не хочет. Что это? А вот сейчас я и узнаю, о чем вы тут ворковали. Я чиста, как слеза ребенка, мне скрывать нечего. Нечего. Очень хорошо. Ну что же, тогда начнем. Бочком, встань. Бочком. Во. Верочка, дорогая. Ну, еще чуть-чуть. Ну, мне так неудобно. Я не достаю. Вер. Ну, подними. Вот, давай. Ой, мне больно, мне больно. Да. Потерпи. Ой, Витя. Сейчас. Ой, Витя, поменял мой муж, он бы совсем с ума сошел. Вот еще. Ой. Пошел, да долго я еще буду стоять. В такой позе делай скорее. Сейчас. Ну, еще минутку. Сейчас. Ой, не могу больше. Все. Ой. Ну? Как же человеку маленькое счастье. Все. Слушай, а если еще и мне теперь захочется? Не думай об этом. Он нас убьет. Вот почему ты хотела, чтобы я его не убил! Не думай об этом! Вы дослушайте все до конца, я прошу вас, а? Сначала послушайте! Сначала вы послушайте правду! Павлик, я уже слышал! Ты дурак! Я не дурак! Я в милиции работаю! И верю только фактам! Ну зачем ты опять достал пистолет, а? Ну зачем? Заткнитесь! Или я за себя не отвечаю! Так, не делай этого, Павлик, а? Нет, пусть стреляет. Стреляй быстрей.
Стреляй, Павел, стреляй. Орленок, орленок, светит выше солнца, и степи спускался к меня. Нет, нет, пусть он застрелит нас обоих. Пусть, пусть, стреляй, стреляй в свою невинную, свою честную жену. А иначе завтра все узнают, какой подарок ты преподнес ей в новогоднюю ночь. Я преподнес! Это ты мне преподнесла! Я преподнесла? Да как... Да что я пережила этой ночью, когда я вдруг услышала сладострастные стоны из ванной комнаты. Мой муж, который должен был нести государственную службу на трассе Москва-Петербург, он бросает этот пост и приводит в дом какого-то, чтобы приятно провести время. Хватит! Нет. Хватит! Морочить мне голову! Хватит! Не хватит, не хватит. Он скрывает этого мужчину, потом он начинает меня ревновать к этому мужчине. Конечно, лучшая защита – нападение. Верочка, ты не права. Какая она тебе, Верочка? Вера Петровна! Так, Верочка! Так, стоп. У тебя больное воображение! А у тебя, Паша, больная ориентация. Так, тихо, 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 я сейчас все объясню. Я сейчас все объясню. Дело в том, что я Пашу уговорил прийти сюда, к нему домой. Что ты несешь? Ну... Паш, давай смотреть правде в глаза. А вот это правда. Еще слово, и ты покойник. Я буду говорить правду. Не волнуйся, девочка. Он тебе ничего не сделает. Теперь я все поняла. Павел, подойди сюда. За что? Ты знаешь, я не люблю повторять дважды. Подойди ко мне. Как ты мог? Ну, как ты мог? Нет, Вера, нет, нет. И, Верочка, даже не знаешь, как я тебя люблю. Как ты могла подумать? Пашенька, как ты мог такое подумать обо мне? А, Пашенька, ну как, Паш? Ребята, а вы про меня не забыли? А ты вали отсюда и больше никогда не попадайся мне на дороге. Уходи, пока я не передумал. Паш, ну что ты его гонишь? Пусть человек Новый год встретит, а? С кем я встречу Новый год? С нами. Уходи! Открой, Павел, там стучат. Я? Ну отстегни меня. Я никого не жду. Хорошо, я сама открою. Лежать! Паша, я тебя не понял. Паша, где мой Василий? Я была на посту, там никого. Только открытая машина, Паша, и бутылка водки початая. Паша, а на сиденье следы крови. Паша, на телефонные звонки он не отвечает. Нюра! Он что, ранен, Паша? Скажи, что с ним? Нюра, он преследует. Кого преследует? Кого-кого? Ну, преступника преследует. Ты что? А почему же тогда он на телефонные звонки не отвечает, Паша? Он в засаде. В засаде? Угу. Паша... Почему ты тогда не преследуешь? Я тоже преследую. Я тебе больше скажу, Нюра. Я поймал этого гада. Вон он. Да. Вон он. Руки. Какой преступник. А это что? Кандалы? Представляешь? Ворвался в дом. Взял в заложники мою жену, приковался к ней. Хотел взорвать. Да? Ее, вместе с собой. Террорист. Такой опасный террорист? Угу. Какой кошмар. Верочка, а он тебя не насиловал? Было. Было, было. Чего было? Боже мой. Было. Наси, как же так, Вера? Ну, самую малость, Павлик. Он только начал, тут и ты. Не кстати. Ой, как хорошо, что ты успел вовремя, Паша. Ты смотри, какой он страшный преступник. А глазище-то глазище. Если бы я его увидела на улице, я бы даже сопротивляться не стала. Так он это, Павлика моего, прямо на посту. Ты чего? Да, пытался такой страшный извращенец прям. Хотел? Извращенец? Васю? А Васю как же? А Васю моего он не... Да не, Васю пробовал? Не, Васю большой слишком. Он все больше по мелкоте, вон, по мелкоте.
А где? В засаде твой Вася. Так надо же, это самое, из засады-то его отзывать? Он же замерзнет там, в засаде. Вот я и хотел ему позвонить, доложить, что преступник арестован. А вдруг его... Нюрочка, ты успокойся, ты садись. Сейчас все, слава богу, хорошо закончилось. Сейчас Паша возьмет телефон и позвонит Васе. Паша достал телефон и позвонил Васе. Первый, я второй, выхожу на связь. А можно я поговорю, а? Нюра, это связь мобильная, служебная, не положена. Ты что? Первый, я второй. Пришел третий. Паша, ну ты находишь время. Вася, я так и говорю твоей жене Нюре, что ты преследуешь преступника в засаде. Какой жене? Что ты несешь? Вот я говорю твоей, что маньяка поймал, обезвредил. А сейчас вам докладываю, товарищ капитан, что можно выходить из засады. Понял, товарищ второй. Первый, тебя, товарищ второй, понял. Засаду сворачиваю, скоро буду. Конец связи. Служба, Люся. Надо кому-то родину защищать. Родина в опасности. Извини. Прости. Прощай. Вот и все, Нюрочка. Сама слышала. Сейчас твой муженек будет здесь. Что-то он не похож на маньяка. Я еще джип угнал в последней модели. Угу. Да, и еще миллион украл, в банке украл. Правда, в рублях, но... Вот, Нюрочка, ну, если бы не мой Павел... Да твой Васька, вообще бы не знаю, что было бы. Перекройте дороги! Отцепить дом! Где сволочь-то, а? Здорово! Сволочь! Выскочил! Прямо из рук выскочил, а? Как сволочь! Что? Где, а? Сволочь где? А, сволочь я. Ты? Не узнал. Врете вы все. И ты врешь. Преступник. Джип у него. Миллион. Он, да во дворе джип, а там миллион лежит. Где? Это тот, что у забора без колес как стоит? Как это без колес? Ну, как-то без колес. А на чем же я приехал? Без колес. Ну, пойдем посмотрим. Ой. Чё? Не верят. Что ты не веришь? Ты развяжи хотя бы для начала. Развяжи. Дурдом какой-то. Свободен. Паш. А?
Скажи, а ты когда-нибудь миллион видел? Нет. Сколько? Пойдем посмотрим, а? Да, колеса сперли, а миллион оставили. Вот страна. Ну? Он же без колес, а? Твой джип, да? Вот так вот на бревнах он к нам и приехал. Да это наверняка Дуськины грузчики сперли. Больше-то некому. Он не уедет. А миллион? А миллион был? Где он? Где он? Да врет он все. Я никогда не вру. А? Врет. Откуда у него миллион? Откуда? Откуда? От верблюда. Вот. Прошу внимания, для тех, кто не понимает, это миллион. Ой, Вася! Да. Хотите, вам подарю? Вась, я не шучу. Смотри, берите. Миллион. Ядрёна Матрёна. Да берите же. Вась, настоящий. Он настоящий? Настоящий миллион. Не соврал. Да тут на всех хватит. Ну чего, может, зайдем отметим? Хотите? Не хотите. А чего вы на меня смотрите? Хотите, берите. Везет же некоторым. Ну да как? Обмозгуем. Васенька. А? Васенька, может, возьмем немножко там. Дуська, да есть, Дуська самой шубку сделай. Пока. Ну, миллионер. Вася. Вася, ну пожалуйста! Погоди, ну, что тебе, ну, что стану стоит? Генералом, ну, свои миллионы. Вот народ, никому не нужен миллион. Паш, давай попросим немножко, а? Верочка, нежели с миллионами, нечего и привыкать. Счастливые люди, никому не нужен миллион. Да, а может, они и правы. А мне он нужен. Не будем мелочиться. Где-то в лесу дремучем или на горной круче сами себе Дима, построим пошли, дом. Пошли, я тебе говорю, пошли. Там нам еще зайти в гастроном, слушай, наше время еще. Тишина. Куда ты все время смотришь, а? Дим. Happy New Year. По-русски с Новым годом. Happy New Year. Happy New Year. Это у кого-то как у зебры. Жизнь черно-белая, у тебя как у осла. Это ты его привезла. Орленок, орленок, взлети выше. Девочки, не верьте мужьям, девочки. Я с тобой разговариваю. Почему ты меня не слушаешь? Слышишь? Все люди как люди. А ты вообще умудрился родиться под шаровой молнией. Послушай, я с тобой разговариваю. И как я тебя терплю? Ну вот как с тобой жить? Почему ты меня не слушаешь? Я с тобой разговариваю, тебе ничего не интересно. Ничего не интересно, что бы я ни дяденька. Говорила. Ой, Господи Боже. Я же говорила, все будет хорошо.